В нынешние непростые времена в нашем обществе важно сохранять стабильность и единение. Помогают в этом многочисленные общественные организации, которые работают в Тверской области. Они объединяют широкий круг самых разных людей. На днях одна из таких организаций, Калязинский районный совет ветеранов войны и труда, отметила свое 35-летие. Калязинские ветераны ведут активный образ жизни, продолжая трудиться в меру своих сил и объединяя людей на добрые и благие дела, показывая пример трудолюбия, любви к Отечеству и малой родине. Вы так все дружите, у вас никаких противоречий не бывает. Конечно, мы, наверное, бывают какие-то вопросы, мы все решаем за круглым столом. Стараемся все ваши предложения учитывать в нашей работе. И, конечно, за это вам огромное спасибо, низкий поклон. Участники наших многих мероприятий, фестивалей, многочисленные, которые у нас проводят на нашей земле. Всякий юбилей – это не просто праздник, но и хороший повод оценить сделанное, подумать о предстоящей деятельности. С каждым годом ветеранское движение укрепляет свои позиции. Члены президиума ветеранского движения решают самые разнообразные вопросы, связанные с оказанием помощи старшему поколению в быту. Особенно это проявилось в период пандемии, когда на базе Совета ветеранов работал волонтерский штаб «Мы вместе». Одиноким пожилым людям оказывалась помощь на дому. Ирина Коровкина, председатель Совета, рассказала о буднях и праздниках своих подчиненных, показав ролик из фотографий разных лет. Спасибо вам, мои дорогие. Огромнейшее вам спасибо. Низкий поклон. Будем дальше работать, да? Разбавлять не будем. Ни за что. На торжественное мероприятие прибыли многочисленные гости. И, как полагается на юбилей, они дарили подарки и вручали награды активистам ветеранского движения. Поздравления с 35-летием прозвучали от депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергея Веремеенко. Будьте здоровы. Ведите такой же активный образ жизни. Ну там, я смотрел фотографии, вы спортом занимаетесь. Будьте здоровы. Представители Совета ветеранов из соседнего Углича прибыли целой делегацией и подготовили творческий подарок. А завершилась праздничная встреча общим фото и совместным исполнением знаменитой «Катюши» под аккомпанемент баяна.